Сегодня впервые в Якутии прошел конкурс мужских басов, посвященный памяти заслуженного артиста Якутской ССР Николая Баскарова. О том, как это было, расскажет Евгений Тайтонов. В 1956 году Якутия вышла на сцену прославленных московских театров. В дни якутской литературы и искусства пожила героическая народная легенда о славном богатыре Нюргун Батуре, роль которого исполнил выпускник Свердловской консерватории Николай Баскаров. В то время, когда он был в самом рассвете своего дарования голосовых данных, ему заведовал даже Борис Штоколов. Он говорит: «Мне бы твой голос, я бы перевернул мир». Вот. Во время учебы он сочетал учебу с работой в оперном театре Свердловской оперы. Работал в составе хора этого театра. Николай Николаевич свое потрясающее вокальное дарование сочетал с великолепными человеческими качествами. Добрый, чуткий, отзывчивый. Таким он запомнился. В честь 85-летнего дня рождения Николая Баскарова впервые в истории республики прошел конкурс басов, посвященный памяти заслуженного артиста ЯССР. Он вот как наши локомотивы басового дела, да, они вот как один из, ну, как отцов басов. И вот благодаря им мы продолжаем их творчество, и для нас они как звезда, вот, ведущая к цели, вот, и мы стремимся все время вот таким личностям, как Николай Николаевич. Конкурс мы организуем совместно с администрацией муниципального образования села Далыр Верхнеюлийского улуса, где родился Николай Николаевич Баскаров. И этот конкурс – один из направлений нашей деятельности – поиск новых исполнителей. В конкурсе участвовали 9 человек. Победителем был назван Танков Станислав, студент второго курса вокального отделения Арктического государственного института культуры и искусств. Евгений Тойтонов, Георгий Григорьев, НВК «Саха», Якутск.